Вот такой я сегодня товарищ, взлохмаченный, взъерошенный, немножко горошенный, готов к работе. Ну что, сцена, на которой боялся упасть, я не упал, все состоялось, все прошло, зрители довольны, счастливы, двигаемся дальше, нужно на следующую площадку успеть впритык. Отработали концерт в 12 дня, сейчас уже 2 часа дня, следующий концерт в 5. Проехать нужно 70 километров, а не успеть перекусить, то есть позавтракал в 8 утра, теперь я пообедаю, поужинаю, наверное, после 9 вечера. Ну, что делать? Кто на что учился? С другой стороны, ни в коем случае не хочу сказать, что ой, бедный, я несчастный, наоборот, счастливый. Наконец-то работа есть, наконец-то позволяют выступать и работать, радовать людей, ну и копеечку какую-никакую получать. Ох, поехали. Снова в дороге еду. Любимое действие в жизни. Ехать, куда-то ехать. Лучше, конечно, когда тебя кто-то везет. Ну, кто везет, тому везет. Едем на концерт. Приехал, а тут вокруг праздник. Рисуют. Иду, а внутрь. А, с этой... А то я стал уже сомневаться. Все, здравствуйте. Значит, я правильно припарковался, чемоданы. Все. Вот счастье, которое вот вы сейчас не почувствуете, а я прочувствую. Вот на улице жара, туда к 30 ползет. А ты заходишь в Дом культуры, а здесь прохладно и хорошо. Ой, это счастье. Зал. Традиционную себяшку от Пашки. Приятно было, что в 2020-м, когда пандемия к концу, именно в этом концертном зале, одни из первых концертов нам разрешали делать. Так, гримерочку хочется показать. Вот она, гримерочка. И с другой стороны тоже помещение такого. Здесь, скорее всего, у дрессировщиков будет страус размещаться. Прыгать на этих батутах, катать эти мячики, смотреться в это зеркало. Клюнет стопудово эти блестяшки, он любит все, что блестящее. Ладно, хватит болтать, надо готовиться. Вот как быть, как жить? Забежал в гримерку, а на моем костюме мне сейчас выступать, товарищ. Вы на моем костюме лежите, на динозавре. Пустите меня, пожалуйста. Пустите. Какой, а? А? Ну все, отработали. Ой, мылся. Недоотмылся, там зеркало нет где. Отмываешь морду лица. Собираюсь и кушать. Самое главное. Ну что, кушал я во сколько? Кушал я 8 с чем-то утра. А сейчас, ну, почти 7 вечера. Час, в общем, через часик, не раньше, пока я доеду до еды, то есть 12 часов. Ну, конечно, водички попил, пряничек погрыз. Чего это я об еде, об искусстве? Выступили хорошо. Всем пока, это Дневник артиста, это Пашка Зыков.